Итак, сегодня мы будем вязать реглан. Мы дошли до реглана. У нас на спицах сейчас 78 петель. И будем распределять петли. Итак, как мы уже считали, что вот эта полочка у нас будет 13 петель. И мы добавили одну кромочную, значит, отсчитываем от края 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вы смотрите по своим записям, сколько у вас петель. У меня 14 петель. Я вешаю маркер. Дальше 2 петли реглан. 11 петель рукав. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель рукав. 2 петли реглан, 20 петель спинка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 спинка, 2 петли реглан, ставим маркер, 11 петель рукав, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рукав, 2 петли реглан, и у нас должно остаться 14 петель. Считаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Все верно, все правильно распределили. Все, и начинаем теперь вязать реглан. Итак, планка у меня будет вот этим бирюзовым цветом, и будут идти полосы. Если у вас один цвет, то не меняем ничего цвет. Но покажу, как я буду вязать. Первую снимаем, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, довязала. Перекидываем маркер. Я беру нитку. Смотрите, это у нас лицевая сторона. Если на ворот изнаночные петли, значит, это лицевая сторона. И здесь будут лицевые петли у меня уже идти. Провязываем до реглана лицевыми. Количество петель я уже не буду говорить, потому что нет смысла. Дошли до реглана, поднимаем петлю и провязываем ее за переднюю стенку лицевой скрещенной. Провязали, перекидываем маркер, 2 лицевые, 1, 2. Перекидываем маркер, поднимаем регланную линию и теперь провязываем за заднюю стенку лицевой скрещенной. Итак, провязываем петли спинки до реглана лицевыми петлями. А вернее, это же провязываем петли рукава лицевыми петлями. Поднимаем снова перед регланом протяжку и провязываем за переднюю стенку лицевой скрещенной. Перекидываем маркер, 2 лицевые от реглана. 1, 2. Перекидываем маркер, поднимаем петлю и провязываем за заднюю стенку лицевой скрещенной. Провязали. Итак, это петли спинки, теперь провязываем их лицевыми до реглана и снова будем перед регланом и после реглана прибавлять петли. Так, я довязала до регланной линии, поднимаем и провязываем за переднюю стенку скрещенной петлей.
Перекидываем маркер, 2 лицевые, это регланные линии, перекидываем маркер, поднимаем и провязываем за заднюю стенку. Почему то за переднюю, то за заднюю? Здесь будет идти просто прибавление, наклон. И будет красивее смотреться. Итак, провязываем петли рукава до реглана. И приподнимаем и провязываем за переднюю стенку. Провязали, перекидываем маркер, 2 лицевые, перекидываем маркер, поднимаем петлю и провязываем за заднюю стенку лицевой скрещенной. Итак, довязываем до маркера и надо будет сменить нитку на бирюзовый цвет, так как планка бирюзовая. Я сейчас вот тут в клубке, мне надо найти нить. Я вот таким образом ищу там ниточку, вытягиваю, вот видите, получается. Ищу кончик. Итак, вот я нашла нитку. Вот здесь я сейчас присоединю и буду вязать этой ниткой лицевые 6 петель. Планки и последняя изнаночная. Все, провязала, переворачиваю вязание. Вот здесь можно связать их между собой. Чтобы не образовалась дырочка. Связала. И продолжаем дальше вязать. Здесь у нас 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перекидываем маркер и меняем цвет. Обязательно надо нитки перекрестить вот между собой. Видите, они между собой, я их перекрещиваю, чтобы не образовалась дырочка. Подтягиваю. И в обратную сторону вяжу теперь белой ниткой изнаночными петлями. Это у нас изнаночная сторона. И здесь мы прибавления не делаем. Здесь просто вяжем по узору все-все петли, что и добавляли. Вот я дошла до реглана изнаночной, перекидываем маркер. Дальше вяжем изнаночными, перекидываем маркер и изнаночные. Все. Довязываем до планки, я покажу смену цвета. Кто вяжет цветными, ну, полосочками. Если у вас однотонная, то просто вяжите уже регланную линию. Добавляете петли до и после реглана. А росток у нас будет азиатский. Все, довязываем до планки. Итак, я довязала до планки. Перекрещиваю нитки, хоть я здесь узелок и завязала, все равно я перекрещиваю, перекидываю нить и вяжу все петли здесь лицевыми. Как вы помните, планка идет платочной вязкой. Вот 6 петель, 2, 3, 4, 5, 6 и последняя изнаночная. Переворачиваем вязание. И вяжем в обратную сторону. И делаем прибавление в регланных линиях. Это лицевая сторона. Первую снимаем. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перекидываем маркер. Перекрещиваем вот здесь. Смотрите. Вот таким вот образом. Петли. Ой, нитки. Чтоб не образовалось дырочки, и вяжем лицевыми и делаем прибавление. Все, поднимаем, прибавка, перекидываем маркер, 2 лицевые. Ну, в общем, это я и вам показывала уже.
Итак, вяжем нужную нам длину реглана, и у пола 3 пуговки я буду делать где-то через 10 рядов. У меня будут идти пуговки по планке. Вот здесь. Вот первая пуговка. И через вот таких вот 5 дорожек я сделаю вторую пуговку. И потом еще через вот таких 5 дорожек изнаночных третью пуговку, и все. И потом будем еще через 10 рядов соединять планку. Как я это сейчас вяжу, я вам все это покажу. Прибавки делаем в регланных линиях, а в изнанке просто вяжем по узору. Все, вяжем самостоятельно. Это у нас будет вторая часть реглан. Итак, девочки, смотрите, я провязала планку 12 сантиметров. Вот, я померила. Ну, вот сколько должна быть сантиметров планка, знаете, смотрите, чтобы она смотрелась гармонично. Я посмотрела у мужа где-то 13-14 сантиметров. Вот я на 8 лет вяжу где-то 12. Если поменьше ребенок, 10, 8. Ну, вот смотрите сами, чтобы это все гармонично смотрелось. И теперь нам надо соединить это все в круг. И хочу показать, вот такие вот протяжки у вас будут. Единственное, голубой цвет я отрезала, потому что очень длинная протяжка. И я отрезала. Когда вязала бирюзовым цветом, с этой стороны я тоже перекрещивала. Вот идут перекрещивания. И я тоже перекрещивала, хоть и один цвет, чтобы не было с этой стороны протяжки. Все. Теперь смотрите, я провязала лицевой ряд. Вот он идет. Лицевой ряд. И нитка у меня белая вот с этой стороны. Вот она. Линия реглана здесь еще не закончилась, потому что мне надо где-то 19 сантиметров. Она еще не как раз. И вот эти петли надо соединить в круг у нас. Вот, что отверстие есть, оно будет поверх. И дальше тоже, смотрите, у меня сейчас по спинке 60 петель. Значит, вот тут должно быть попереду тоже 60 петель. Я посчитала вот эти петли, вот они у меня. Вот, их 27 петель. Как вы помните, 3 петли у нас от планки, вот они, вот эти 3 петли, они идут в планку, а вот эти вот 3 петли мы прибавили, и одна кромочная, мы должны их убрать. Как мы их уберем? Мы просто провяжем 2 вместе. Вот эту одну петлю мы тоже уберем, чтобы 2 лишних у нас не получилось. И мы должны теперь вот так вместе провязать. Сейчас вот эти все петли планки и одну петлю от полочки я снимаю на спицу. Просто я ряд провязала до конца, ну теперь его, ладно, сниму. Итак, вот смотрите, я сняла петли планки, 7 штук здесь у нас, и одну петлю вот белым цветом, она идет от полочки. Складываем вот так вместе, берем белую нитку, это у меня будет изнаночный ряд, 1, 2, 3, 4, 5, 6, я через 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, через 8 рядов делала полосы, это вы смотрите уже на ваше усмотрение, и здесь я сейчас, это изнаночный ряд, лицевой я провязала, так как мы по кругу будем, и поэтому лицевой ряд. И вот здесь же начало ряда у нас, мы наденем маркер и будем провязывать по 2 петли вместе. Вот берем и с одной спицы захватываем петлю, со второй и провязываем через 2 вместе. Сейчас пониже опущу камеру. Так, вот 2 вместе здесь снимаем. Снова. Так, сейчас белую нитку возьму. Так, берем. Снова захватываем одну, вторую. И провязываем 2 вместе.
снова одну вторую и через две петли провязываем 2 вместе, снова 2 вместе, здесь 2 вместе, здесь 2 вместе, здесь 2 вместе, и убираем маркер. И вот одна петля, тоже вот эта крайняя, тоже провязываем 2 вместе. Все, провязали 2 вместе, соединили в круг, и теперь мы будем вязать по кругу. Но смотрите внимательно, при круговом вязании петли разворачиваются, и за какую стенку вязать, тоже смотрите внимательно. Мы вяжем всегда за правую стенку, хоть классикой вы вяжете, хоть бабушкиными петлями, видите, всегда правая петля, ой, правая сторона петли, вот это вот, ни в коем случае не вот это уже левая, если вот так развернуть петли, то правая петля участвует. Итак, мы отметили начало ряда, вот здесь просто вот так вот эти затягиваем, и все, вот смотрите, что у нас получилось. В итоге мы соединили, все аккуратненько, все красиво, никаких нигде, смотрите, дырочек нету, все прекрасно. Все, подтянули. И теперь мы будем вязать по кругу. И продолжаем делать прибавления в регланных линиях через один ряд. Вот сейчас у меня изнаночный ряд, я его провязываю просто лицевыми петлями. Следующий ряд я буду по кругу вязать, тоже лицевыми петлями, но уже вот делаем, здесь были прибавки, я провязываю просто лицевой. Через ряд в регланных линиях делаем прибавление. Итак, вяжем до нужной нам длины. Реглан. Вот сейчас у меня реглан. Если смотреть по таблицам, я реглан отмеряю вот после ложной кетлевки. Замеряем. У меня сейчас реглан уже. Вот 13 сантиметров. Где-то 13-14 сантиметров. Мне надо 19, но я еще на ребенке померяю. По таблице 19 у меня сантиметров должно быть. И еще такой момент, смотрите, девочки, при вязании с полосами. Вот здесь у меня проходил последний белый ряд. Только что мы с вами провязывали, я уже это исправила. Я сделала точно таким цветом, как планка. Потому что вот тут один ряд, он ни к селу, ни к городу, я считаю, был бы белым. А потом бы я уже перешла на голубой. Поэтому я здесь провязала вот таким же бирюзовым цветом. Вы смотрите сами, как у вас лежат полосы. Если там, конечно, 3-4 ряда надо провязать, то нормально. Но главное, чтобы не один ряд, вот как у меня. Все, я довязала этот один изнаночный ряд. Беру голубую нитку. Она у меня отрезанная. Одну бирюзовую тоже можно отрезать. Может быть, даже целиком отрезать. И буду вязать лицевыми петлями. Теперь по кругу. Вот мы начинаем лицевыми петлями. И это лицевой ряд получается. И я сейчас буду прибавки делать в регланных линиях, как уже говорила. Так, здесь подтягиваем. И вяжем дальше. Кто вяжет однотонный, тому проще. Никаких таких заморочек нету, бери и вяжи. Все, довязываем реглан уже, регланную линию самостоятельно уже до нужного размера. И делаем прибавки через один ряд. Все, вяжем дальше. Итак, теперь давайте рассчитаем длину реглана. Ее можно посчитать. Можно взять таблицы, но я вам покажу, как ее можно посчитать. Итак, нам нужна ширина кофты. Так, пишем. Видно, надеюсь, я опустила. Ширина кофты. Как вы помните, я взяла по бедрам. Там общий обхват 76 сантиметров у нас. Я 76
делю на 2, будет 38. 38 сантиметров – это у нас ширина кофты. Теперь эти 38 сантиметров мне надо разделить на 2. 38 делим на 2, у нас будет 19. Вот я вам говорила, что мне надо 19 сантиметров регла. Но так как оно прям не вплотную к шее, я от 19 отниму еще 2 сантиметра. И будет у меня 17 сантиметров регла. Все. Поэтому я буду сейчас вязать 17 сантиметров регла. Также можно посчитать по количеству петель. Как я это сделала? Смотрите, у меня, как вы помните, в образце 15 петель, 8 сантиметров. Это второй вариант расчета регланных линий, да? 15 петель, 8 сантиметров. Я 15 поделила на 8 и умножила на обхват вот этот кофты, который я по кругу хочу сделать. 75 сантиметров равно. По бедрам я делала 15, делим на 8 равно и умножаем на 75. Будет у нас 140. Значит, мне надо, чтобы было 140 петель по вот этому обхвату груди. Но смотрите, это 140 в общем, но у меня еще там получается 140 петель, да, и от 140 минус я по одной регланной линии буду убирать в тело, значит, минус 4 равно 140 минус 4 будет 136 петель. И 136 я делю на 2. Делим на 2 равно 68. Но с каждой стороны я еще буду прибавлять на подрезы. Либо 4 петли. В общем, 4 петли, да? И вот, значит, что мы делаем? 68 минус еще 4 равно 64. Поэтому либо мы вяжем, пока у нас не будет 64 петли по спинке и переду. И я вот связала. И смотрите, я посчитала. И у меня здесь получилось вот по спинке. Сейчас скажу, сколько петель. По-моему, 66, если не ошибаюсь. Сейчас посчитаю. Итак, я посчитала. Вот сейчас у меня по спинке 66 петель. Я от реглана еще заберу 2 петли и будет 68 петель уже у меня. Видите? Значит, на подрезы я все-таки добавлю только, наверное, 2 петли на подрезы. Подрез. Вы можете и таким образом рассчитать, еще дополнительно проверить, хватит ли вам или нет по обхвату. Чтоб много как бы и широко неохота, и узко неохота, можно еще таким образом проверить. В общем, у меня все хватает. Сейчас покажу. У меня получается по первому расчету, смотрите, регланная линия уже хватает мне вот. 17 сантиметров про нее хватит, а если еще с воротом стойкой брать, вот это, что мы ложную кетлевку брали, здесь уже так вот. 19 сантиметров, поэтому мне вполне этого хватит. И теперь я еще сейчас провяжу росток по спинке, сейчас вам покажу, где-то рядов 6, наверное, и потом мы уже замкнем в круг. Теперь смотрите, так как у меня здесь вот начало ряда, так, петли убежали. Начало ряда я сейчас провяжу до спинки отсюда. И потом начало ряда у нас будет там уже. Итак, я провязываю вот здесь вот эти все петли до рукавов. И одну линию реглана захвачу, одну петлю реглана.
и сниму петли рукавов на дополнительную нить. Итак, сейчас я довяжу планочку, полочку вернее, и покажу. Итак, я провязала петли полочки. Ну, тут маркер уже не нужен. Одну петлю от реглана. Все. И снимаю петли рукава на дополнительную спицу. Одна петля реглана уходит в рукав. Так, все, снимаем петли. И одну петлю от реглана тоже мы забираем в рукав. Все, снимаем самостоятельно все петли. Итак, вот я сняла петли с рукавов. Это у меня петли спинки. И смотрите, у меня здесь 5 рядов. 1, 2, 3, 4. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. Я сейчас 2 ряда еще провяжу синим цветом. Вот, беру нитку. Потому что нам же отрегулировать надо полосы. Я взяла нитку, не отрезала от полочки. Ни в коем случае. Нитка здесь так и есть. На полочке, вот она. Я взяла из центра клубка, как я уже показывала. И будем вязать только 6 рядов по спинке. Одна петля от реглана убираем. Складываем пополам, чтобы зафиксировать нитку. Несколько петель провяжем. Вот сложенной ниткой. Убираем ниточку. И вяжем до вот этого маркера, который он у нас по спинке, и захватываем одну линию реглана. Итак, смотрите, я довязала, убираем маркер, это петля изнаночная, и теперь мы вяжем только спинку, разворачиваем вязание, это первый ряд мы провязали. Сейчас второй. Итак, смотрите, девочки, я вяжу на 8 лет, поэтому я провяжу 6 рядов. Кто вяжет до года, провязывает 4 ряда. Если вы вяжете на мужчину, то где-то 6-8 рядов. Смотрите, как он сутулится или нет. Еще на это обращайте внимание. Все зависит от размера и какую глубину вы хотите спереди, чтобы поглубже была или нет. Итак, это у меня второй ряд. Потом я прикреплю белую нитку. И провяжу 4 ряда, получается, белой ниткой. И всего у меня получится 6 рядов по спинке. И вы только спинку вяжем. Это у нас такой азиатский росточек получается. Конечно, можно было и другой росток связать. Но там тоже с полосами были бы проблемы. Также и здесь. Сейчас мы будем выкручиваться в этой ситуации с полосами. Ну, посмотрим, что у нас получится. Итак, довязываем, кому сколько рядов надо, как я уже и сказала. Сейчас я довяжу и покажу. Итак, девочки, смотрите, я провязала 6 рядов. Вот здесь очень хорошо видно, что их 6 штук. Вот эта разница по спинке. Это у нас называется росток. Итак, я провязала 2 ряда голубым, 4. И 4 ряда белым. И смотрите, я уже провязала по спинке, где будет рукав. Сняла петли второго рукава. И смотрите дальше. У меня сейчас 68 петель. Как мы с вами считали, и вы по своим тоже расчетам, смотрите, 140 петель мне надо. Да, это поделить пополам, это будет 70 петель. У меня 68 петель. Если я сейчас добавлю 4 петли подрез, ну, будет 72 петли. Я думаю, на 2 петли ничего страшного в этом нет. Поэтому я добавлю все-таки на подрез 4 петли. Лучше будет широко, чем узко. Я считаю так. Итак, добавляю на подрез 4 петли. 1, 2, 3, 4 петли. И теперь буду вязать по переду. Здесь шла голубая, и теперь у нас будет белым цветом. Провязываем до второго подреза, убираем маркеры, они нам не нужны. И провязываем лицевыми петлями до второго подреза. Вот эти все, это перед уже, по переду провязываем до конца. Вот. И тоже надо будет здесь добавить 4 петли. Все, провязываем и покажу, что дальше.
Итак, вот я довязала до второго подреза, добавляю снова 4 петли, 1, 2, 3, 4, вот здесь обрезанную нитку подтягиваю, 4 петли, надеваем маркер, теперь это у меня начало ряда, и начинаем вязать уже по кругу. И сейчас у меня просто я поменяю ширину полос и все. И таким образом я выкручусь из того положения, что полосы будут продолжаться, но просто другой ширины. Смотрите, вот здесь у меня сейчас сколько рядов? 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. Ну, я провяжу еще 4 ряда по спине. Ладно, уже никто видеть не будет. И поэтому здесь уже будет немножечко побольше. Сейчас я вам провяжу и покажу. Итак, девочки, смотрите, что у нас на данном этапе уже с вами вышло. Итак, вот такой вот воротничок. Вот. Теперь я буду просто чередовать с узкими полосами. У меня тут были широкие полосы. Здесь я могу делать теперь либо узкие полосы. В общем, теперь, не знаю, полно фантазии. Можно белым просто довязать. Смотрите сами, как вам нравится. Я сейчас тоже буду просто фантазировать и вязать такими цветами, которые мне нравятся. Ну, конечно, буду чередовать. И, наверное, все-таки теперь по 5 рядов буду вязать узкими полосами. Вот белая 5 рядов, потом у меня бирюзовая 5 рядов. И вот так буду чередовать до нужной мне длины. Как провяжу нужную мне длину, я вам покажу, как вязать дальше. Вот такая вот красота у нас должна с вами получиться на данном этапе. Все, вяжем нужную нам теперь длину вниз.